Не холодно? Да. Спрашивают холодно. Такие вопросы. Особенно холодно. Зимой, когда снег, мороз, лед, минус 10, все спрашивают. Вам не холодно? И что? Ответьте. У меня работает печка. Ваша которая находится в кишечнике. Печка. Конечно, внутренняя печка. А вы читали жизнеописание святых, потом людей не от мира сего, так называемых блаженных, юродивых? Угу. Читали? Я не читала. Никогда не читали? Нет. Вот православие. Никогда не интересовались православием? Ну, я православием интересовалась, но я не читала их работы. Просто жизнеописание их. Облаженных, облаженных. Mm-hmm. Да. Когда они уходили куда-то в леса, в горы, в каком-то дупле, минус 20, а он там живет без печки, без ничего. Ходили босиком. Какие-то внутренние резервы организма все, открывались. Конечно, все внутри нас. Мы ищем все снаружи, а внутри нас. Наружу только открывается одна дверь единственная. Это дверь к счастью, вы знаете, как? Один из экзистенциалистов говорил. Мне нравится всегда пример потом в «Кавказской пленнице», когда вот это вот с белой горячкой Шурик пытался зайти в кабинет профессора, психиатра, и дергал ручку дверцы на себя. Вот и так мы видим дверцу, только там было написано «прием психиатра», а так в том доме написано «дверца счастья». И вот человек видит надпись «счастье» и «дверь». И что он делает? Тянет дверь на себя. На себя. А дверь открывается наружу. А все остальные двери открываются внутрь. То Царство Божие внутри вас есть. А тело наше или плоть тленная, там, она дверь в это Царство Божие. И как мы с ним относимся, так оно нас с нами и поступает. Природа мстит. Природу можно подчинить, только повелевать природой можно тогда, когда будешь подчиняться ей. То есть будешь жить в ритмах солнца, луны, всех остальных природных явлений, тогда ты будешь жить с природой. Вот вы сейчас и живете с природой, получается. Стараюсь, да. Стараюсь жить. Спасибо вам большое.